Памятник вождю мирового пролетариата, установленного у администрации Ленинского района, отправили на реставрацию. Однако Владимир Ильич никуда для этого не уехал. Работы начались на месте, а вокруг его монументальной фигуры вырос целый шатер. Подрядчик сделал это поэтическим соображением. Это все-таки Владимир Ильич Ленин, да, как бы мы там к нему не относились, и нужно уважительно относиться к тому, что мы будем его разбирать, да, и заново собирать. Поэтому решили закрыть такой глухой стеной. Памятник Ленину давно требует реставрации, и после обновления он должен заметно преобразиться. Заменим элементы, которые уже не подлежат восстановлению, элементы скульптуры. Те элементы скульптуры, которые подлежат восстановлению, восстановим, ну, естественно, покрасим. По словам руководителя дурсервиса Дмитрия Полежаева, в реставрации нуждается не только этот памятник, но и многие другие. Работы начнутся по всему Ленинскому району. Такое поручение дал глава муниципалитета Валерий Венцель. Это наши памятные знаки, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Те памятные знаки, которые на въездных группах в город стоят, это наши пушки, зенитка, танк, который стоит в Расторгуевской части. Все эти объекты будут приведены в порядок. Все работы дурсервис обещает завершить к майским праздникам.